А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш. Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и кататься по онлайну. По вашим заявочкам вышла вот обнова 1.50, и наконец-то онлайн вот буквально в течение недельки подрубили. Ну, в смысле, вот в течение этой недельки подрубили онлайн, и сейчас поедем. Что-то я сейчас нахожусь вроде бы как в Дюйсбурге, но что-то я нифига не вдупляю, куда ехать на дорогу дураков. Все нафиг переделано. Кале получается вот сюда и какая-то трасса. Чё-то какая-то она коротковатая стала, вам так не кажется? Капец. Капец, я тут еще не ездил. Я надеюсь, она тут и осталась. Если она в другом месте, напишите в комментах. Ну, сейчас, конечно же, мы проверим. Онлайн 2200. Время у нас тут что-то 12 часов дня. Воскресенье. Погнали. Так, я не вижу, куда мне выезжать. Ой, сейчас. Вот, все. А как закрыть? Ой, блин, отцепил. Эй, как его прицепить-то? Полуприцеп без меня, да? О, зацепил. Замечательно. Нормально. Так. Давайте выезжать. Е. Нажал. А, понял. Все, он со мной, нет? Так, куда мне нафиг ехать? Я заблудился уже. Как я чат открывал? А, Y, понятно. Блин, я настолько давно не играл, что я уже забыл, где какие кнопки в онлайне. Ты ёб твою налево, ты или поворотники включай, или я не знаю. О, прикол. А. Работает. Что-то оно не работало только что. Капец, тут заблуд... Нифига. Что это было сейчас? Что за фигня непонятная? Что это нафиг было сейчас? Не, я понимаю, что я зацепился, а что я улетел-то так? Чё я так улетел? Офигеть можно. Ядрить, колотить. А в реальности его также переделали конкретно или нет? Дюйсбург этот. Жесть, сколько там машин. Офигеть. Так, но я на СТОшку пока что не поеду. 12 кадров. Нормально. Все как мы любим. Так, я, пожалуй, остановлюсь, чтобы меня не это, не поимели. Леталка хоть работает? Работает леталка. Отлично. Че, всем красный, что ли? Кек. Летим. Летим, летим. Так, от меня... Ёб твою налево. Алкаш. Я надеюсь, никого не зарезал. Капец, тут заблудиться можно. Офигеть. Сейчас посмотрим, что на дороге дураков происходит. Потому что, мне кажется, тут в городе 96 человек прям здесь. Там, наверное, вообще все 150 было. Потому что сейчас кадров 26, а было 13. Ничего так. Интересненько, конечно. Бурак. Буряк. Так, сзади меня еще цистерна какая-то дубасит.
Ну, так понимаю, что теперь везде ограничение 80, что ли? Оно ж не могло автоматом у меня включиться, так ведь? Меня ж никто, в принципе, не догоняет. Блин, а прикиньте, если реально теперь ограничение 80 на дороге дураков. Ой, в онлайне, в смысле, это будет пипец просто. То есть никого не обогнать, съедут с одной скоростью. Сейчас еще, небось, сделают трассу, которая будет просто вот... А, не, все нормально. Все в порядке. Пошел разгон. Я уже поверил, если честно. Ну, дубасим тогда. Дубасим. Нужно дорогу еще заучить. Потому что, ну, это капец. Я так понимаю, сейчас сделали миллиард развязок, как обычно, в онлайне. То есть, я думаю, в офлайне такого нет. В онлайне, наверное, как обычно, чтобы не было пробок. Да, без пробок, как бы, онлайн такой себе выходит. Не сильно интересный. Ё-моё. Так. И скажите мне, пожалуйста, где мы сейчас... Ёб твою налево. А где текстуры полей? Забыли? Где текстуры нафиг? Текстур нет. Какой ужас. Но я пока что не догоняю, где мы находимся. А, я понял. Нифига, насколько мы пролетели. То есть получается то, что мы где-то тут проезжали когда-то. И получается раньше видно было... Боже, как это громко. Видно было этот, как его зовут... часть Дюйсбурга, ну там по трассе кусочек, видимо, его настолько расширили, что он аж сюда залетел. Интересно, интересно. Ох, убрался, один убрался, но мы его не спасем. Мы его не спасем, у него все очень плохо. Блин, ну конечно, вот без текстуры, вот смотрите, вот трава растет, текстуры нет, ужас какой-то. Просто пипец. И, кстати, обновляется вот в день раз по 10, наверное, обновление. Ух ты, блин. Чувак, ты серьезно? Ну... 왓 же ты мудозвон просто мудила. И давит же, специально давит. И назад не дает сдать. И вперед проехать не дает. Просто дебил. Боже, какой ужас. Ну, типа назад начал сдавать, возьми ты этот. Сзади машин не было. Возьми, не дави. Я сразу выверну. Справа уже никого не было. Берет, давит зачем-то. Петушара. Так, ну летим. Летим, летим, летим. Кстати, вот там, надеюсь, заборчик убрали. Или, скорее всего, там остался заборчик. О, текстуры появились, пропали. Рычаг хз, что не так с игрой? Не, походу, заборчик на месте, понятно. Так, ну 110 по-прежнему ограничение у нас. Опа. Не, думал, будет стыковка. Опа. А этот? Нет, пролетел. Нифига себе. Опасный водила. Ну, короче, она прилично сократилась, дорога дураков, но хотя бы что-то осталось прежним до обновы 1.50, так сказать. 30 человек рядом, а тупит так, будто человек 80. 30 кадров. Сигналит. Стыковка? Нет, тут останавливается. Ёб твою! Офигеть! Я думал, сейчас все, хана будет.
Напишите в комментах по поводу текстур. У вас так же или у меня одного так криво? Просто выглядит странно. Трактористы тут. Нифига тут пробочка. Но мне кажется, таким онлайном особо пробок не должно быть. Плюс с учетом того, насколько подрезали дорогу. Мне кажется, с онлайном двушку сейчас вряд ли он будет. Плюс многие сейчас, наверное, просто по серваку катаются. Ну, где попало. Замечательно. Пингует так хорошо, паренек. Мне сигналит или кто там сигналит? Непонятно. Кто-то сигналит. В теории, если разгонюсь, то обогнать можно. Нет, нельзя. Чё-то этот коп или кор не хочет обгонять нормально. Мы бы давно объехали. Вклиниваться будет? Не, не вклинивается. Ну ладно, пусть едет. Но если бы он чуть побыстрее ехал, я бы успел объехать. Он что-то непонятно как ползет там. На обгон как-то вышел неуверенно. Хотя, может, он груженный, поэтому он не смог нормально обогнать. Фиг его знает. Он заглох? Нет. Опа! Давай, еще один. Чпоньк. Красиво. Но тот специально рулем крутанул. Видно было, что он так и ехал. У чувака не хватает одной оси на прицепе. Это нормально? Смотрите, одной оси нет. А, все, он исчез. Он исчез, как моя трава. Ну, в смысле, в игре. Да ну. И поезд уже теперь тоже не ездит, чтобы тоже пробок не было. Или ездит иногда. Тоже в комментах напишите, кто знает. Просто или... Ну хотя там две колеи. По одной из них могут ехать. Но как-то с виду будто никто ехать там не будет. Если никто там ехать не будет, то это плохо. Потому что по-прежнему снова делают так, чтобы пробок не было. А если так будут продолжать, лет через 5, в онлайне здесь уже никого не будет. Ну, в смысле будут, но дороги дураков не будет существовать. Или она будет новая какая-то. Бабах. Ёпты, блин. Может, и у меня Инет лагает, я не знаю, но просто пипец, как дерганые некоторые едут. В общем, ладно, все, я бы понял. А так как-то определенные только. Да какого... Он глохнет или что? Ты просто ехал, начал тормозить. Просто пипец.
Надо, короче, его объезжать. Не, может он, конечно, сломанный, но... Ну, тогда, если он начал тормозить, он заглох, и он до этого на газ не жал. Поэтому тачка начала резко тормозить. При первой возможности нужно обгонять его. Иначе мы так ехать будем 15 лет. Сейчас я еще не впишусь, и будет встречка, и вообще классно. А что ты сейчас начал топить, скажи мне, пожалуйста? О чем ты до этого думал? Засранец. Ехал, походу, втыкал там. Так, этот, который нас обгонял там напрямике. Один идея ТДА, это фольс, что ли? Один идея ТДА, и скорее всего, да? Бусик едет. Ох, чуть не догнал на скане его. Значительно сократился путь. Прям значительно. За счет того, что получается огроменный кусок трассы, проезжать уже получается не нужно. Это, конечно, минус. То есть, ну где-то по ощущению, наверное, где-то на треть подрезали трассу. На треть она стала меньше. Такое себе решение. Думал, догоню его. У него там неонка, что ли, снизу, или то губа такая? Так, какой-то тупняк у нас намечается. Один идей ты да, перестал ехать. Что едет, тормозит непонятно он немножко. Ман такой поехал, стрёмный какой-то, будто грязный просто. Этот прозрачный весь. Какой-то тюнинг у него, видимо, которого у меня нет. Так, ну и все. Это мы, выходит, проехали вот настолько быстро. Обычно с таким онлайном дорога дураков занимала, ну, минимум полчаса, максимум 50 минут. То есть, ну, минут 40 в среднем. Сейчас, по ощущению, я не знаю, минут 20, наверное, проехали. Конечно, еще до выгрузки не добрались. Точнее, до СТОшки. Но все равно.
Ёпты. 70. 68. Нормально вроде. А чё так оно прям сильно фризануло? Так, ну здесь стандартная пробочка. А тот что, не успел остановиться или что с ним не так? Сзади никого нет. Но он тракторист отъедет. Это тот, который плелся, да? А какой из них? Ну вот этот широкий, по-моему, был. Этот вольвешник что-то летит как неадекватный. Просто мне в бочину заехал. Ой. Нафига он мне в бочину заехал? Непонятно. Ну ладно, ждем. Столько машин проехало, а мы с места даже не сдвинулись. Так, ну тот, который был спереди меня, он без очереди полез. Это ж он, да, там влез только что? Ну давай быстрее, сейчас тут без очереди снова налезут всякие непонятные. Все боятся ехать, еле плетутся. А, ну хотя сегодня воскресенье, да, сегодня выходной день, поэтому, наверное, они едут, отдыхают. Мангал там, наверное, еще в кабине стоит. Ох ты, блин. Я тормозил с расчетом, что он чуть дальше протянет. Что-то в чате творится. Блин, не видно по никам, кто там болтает. Первый. Его и не видно даже тут. А, вон видно. Рубугаха. Или Ру... Чё? А, Руи. Руи Бугаха какая-то. Начинается. Тоже по сигналю. А, у него дождь идет, может поэтому он так медленно плелся? Так, куда Тоскания там лезет? Тоби 52.30. Так, нужно пораньше тормозить, потому что этот с запасом тормозит турок. Прям вообще заранее. Типа, когда километр до машины остается, он уже тормозит жестко. Поэтому от него в идеале держать дистанцию. Ну что он за мной едет и сигналит? Оу-оу-оу. Нифига. 115. Вот эта подгрузочка была приличная такая. Минус один. Блин, как тупит. Какой ужас. Давай, бетономешалка. Ты или вправо, или влево едь. И не туда, и не туда. Короче, подгрузки стали более какие-то, я бы сказал, жесткие. Если раньше они как-то так хлоп-хлоп-хлоп, игра замедлилась, то сейчас просто жесткие фризы во время подгрузок. И непонятно почему. Renault Truck Evolution Diamond Tour. Это у него какой-то ивент был?
Ёпты. 116 человек, 12 кадров. Нормально. Нормально. Ужас просто. Автобус тени покинули куда-то. Автобус без теней. О! А, нифига, смотрите, как сделали. То есть на машины сейчас смотришь, и оно тупит. Не смотришь, перестает тупить. Прикиньте. Раньше было просто, в принципе, они находятся рядом и тупят. То сейчас получается по-другому сделано. Что-то, походу, в самом онлайне переделали. Так, я заехать на базу смогу, нет? Красный что-то заехать не может. Но прикол в том, что он уже прозрачный. Шкода, вылазь. Так, мы заехали, теперь осталось нам найти... Вот. Замечательно. Сервис. Ремонт всего. Такой себе. Замени все. Денег много, можем себе позволить. Подтвердить. Фух, все. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фрэш, и всем пока-пока.